утро. Вот я приехала в это subdivision. Это тот же самый билдер, что мы ставили офер на первый дом. Но он чуть-чуть строил эти дома уже поскромнее, хотя здесь большие тоже плюсы, есть неплохие латы. Наши люди здесь живут. Я продала здесь пару домов классным семьям. Здесь также есть бассейн. Также я видела, здесь паркуется, смотрите, какие большущие дома тоже. Здесь паркуются даже траки, как бы именно кабина, как называется, бобтейл траки, вот ваш этот бассейн. Видите, здесь, если нужна экстра парковка, можно в любое время запарковаться. Так, здесь вот улицы, где-то недавно залили асфальт, то есть бетон, асфальт. Вот такие домики. Знаете, неплохая эрия. Парк классный здесь рядом. Еще вам. А, смотрите, деревья уже повырастали, листочки падают. У нас осень скоро будет. У вас еще, наверное, лето, да? Хорошо. Ну вот, машины на улице типа стоят, можно ставить. Неплохо, неплохо вообще. Так, это этот дом. Сейчас я посмотрю на адрес, секундочку. Запарковалась, открыла дверь. Смотрите, участок классный. Дерево, конечно, здесь какое-то одно из маленьких. Но вот эти кустики красивые. Цветочки есть. Также здесь, видите, можно стула поставить. Вот это домик. Очень большой. Гараж на две машины. Смотрите, машина чуть стоит под уклоном вниз. Соседи здесь, кстати, забирают мусор, мусорные машины, как бы city style здесь. Так, давайте посмотрим, какое расстояние между домами. Вот эта, наверное, линия, она делит дома. Видите, есть забор уже, тоже большой плюс. Посмотрим сейчас на другую сторону. И здесь есть какой-то столбик. Вот. Также есть забор. Давайте зайдем в дом. Вот один вижу такой как бы недостаток. Ну, это вроде нормально. Что-то здесь трескает бетон. Но так, здесь очень все чисто, красиво. Никаких поломок. Дом здесь в хорошем состоянии. Когда я зашла. Здесь вот... Свет уже нам включили, пол неплохой. Вот есть такие маленькие, которые нужно было бы помыть или покрасить. Потолки здесь, ну как, не низкие и не высокие. Здесь чуть-чуть нужно покрасить, помыть. Окей, слева у нас вот эта комната. Офис, видите, прозрачные двери. Нужно спальню, можно поменять двери и поставить такой славянский и русский, то есть шкафчик. Хорошо, здесь открыто, как вы видите, они поставили мебель. Стол. Стол здесь у нас, наверное, такой привходной класс, где обычно люди ставят обувь или вешают куртки. У них разные Christmas stuff. Здесь у нас open floor plan. Есть телевизор, камин, окно. Sliding door вот там. Еще место для стола и кухня. Кстати, кухня тоже мне нравится очень. I like, что она там стоит. Здесь половина туалета. На первом этаже у нас только половина туалета, наверное. Давайте пройдемся, посмотрим на кухню. Гранит. Мне нравится. Кабинеты, кстати, тоже классные. И они в неплохом стане. Здесь, как у них стоит, 3 стула.
Вот здесь есть царапина. Умывальник. Вид на бэк-ярд, имеет окно. И здесь вход на верхний этаж. Их, видите, кто-то должен подниматься вот так. Здесь у нас место кладовка для разных, для разной еды прятать. Что у нас здесь? У нас здесь гараж. Чем гаражный свет? Гараж. Он широкий, но он не длинный. Так что машина, если заедет, нужно дверь закрыть. Ну, как бы стандартный, но он шире, чем другие гаражи. А видите, стена посередине, она очень широкая, то есть сбоку стена. Обычно она чуть-чуть только идет. Сейчас поднимемся наверх. Видите, у них хорошие. Снизу опять нету спальни, но есть возможность, наверное, ее сделать, если поменяем двери. Заходим наверх. Справа у нас комната. Такая open floor plan, два окошка, света хватает. У нас тут опять кладовка, стирка сверху. Стирка у нас сверху, это линолеум. Здесь у нас туалет. Также линолеум. Ванна неплохая. Неплохая ванна. Когда я вышла с туалета, вы помните эту комнату, здесь у нас спальня. Вы видите, размер стоит постели и две тумбочки. Можно поставить две таких. Одна стоит здесь, другая там. И клазет. Ну вот, перекрасить дом было бы неплохо. Клазет неплохой, здесь неплохой. Идем. Это мы видели две спальни. Сейчас мы повернем в третью. Третья спальня. Побольше, чем это было. Окна есть. Клазет неплохой. Видите, зайти можно. Идем еще одну спальню. Вот это так смотрится вниз. Здесь у нас туалет. Хорошо, отца. Два туалета сверху, еще третий есть. В мастер, видите? Туалет можно заходить с этой комнаты и с коридорчика. Линолеум. Четвертая спальня. Неплохой размер. Очень хороший размер. Как я говорила, можно зайти в туалет отсюда. И клазет также неплохой. Окна, света хватает. Соседи сверху. Идем в самую большую спальню. Видите, вот такие недостатки. Дом юзанный, люди его красить не будут, так как есть. Заберут только мебель. Никаких дырочек они закрашивать не будут. Видимо, где-то они поменяли на вот этот пол. Не скажу, что этот пол самое лучшее качество, но лучше, чем, наверное, было раньше. Комната большущая. Снимаю эту комнату. Здесь они... Что-то у них мало света здесь, я не понимаю. Что такое? Может быть, жалюзи было бы хорошо забрать. Смотрите, какое пространство. Эта комната, вау, можно две сделать. Потолки чуть повыше, они такие идут. Вот так идут, вы видите. Два окошка, и идем в туалет.
путем. Неплохо. Ванна есть и шавер есть. Отдельная комната тоже прекрасна. И очень хороший клазет, смотрите. Как у них все организовано. Мне нравится с окошком. Давайте теперь пойдем на улицу, еще покажу вам backyard. Дайте мне знать, что вы думаете про этот дом. Может, еще и скинем какую-то цену здесь. Открываю двери на улицу. Они сделали здесь неплохое накрытие. Кстати, красивый такой бетон залили. Интересный стиль. И сейчас выходим. Провели электричество здесь. Спокойно, очень приятно. Сзади кусты интересные. Такие джангл, джангл, джангл. Как я уже вам показывала, вот этот проезд между проход между домом. Это сам дом. Есть какой-то гаражик, кстати, хороший. И здесь супер. Думаю, что это они оставят. Так, что там, кто там? Нету собачек, какая здесь. Вот видите, разные вещи. Хорошая будка. Очень хорошая. И локация мне также нравится, guys. На другой стороны здесь, с противоположной стороны, где мы раньше ставили офер. Но здесь также весело.